Наша передача – это первая попытка телеобзора творческого наследия Евгении Хапанин. Все мы, принявшие участие в подготовке программы, еще не оправились от этого удара и еще не привыкли к ее уходу. Мы попрощались, но не простились с Женей и хотим рассказать обо всем, что составляло смысл ее жизни последние 42 года, как сами это видим и чувствуем.